Кыргызстан на золото? Ну, можно. Я не очень помню только покрытие в Киргизстане. Я так приблизил, как хотел посмотреть. Да, опять бишкеков, это понятно. Но у них там это... А, я даже, по-моему, что-то пытался сделать. У них вокруг вот этого озера покрытие. Вот эта дорога. Ош покрытие. Где-то вот здесь у них еще. Тут нужно знать именно, где у них эта машина ездила. Мне вот здесь слишком часто попадалось вокруг этого и Сыкуль. Ну что это? Бишкек или не Бишкек? Бишкек, однако. Крокус, секьюрити, Кузет, детектив, Дик, агент, охрана, хотел сказать, дефективное агентство. Самовывоз, куплю чермет. Город все никто не напишет. Очевидно, Бишкек, да? А чё не Ош? Где он тут? Чё не Ош? Ну ладно, Бишкек так Бишкек, давай попробуем. В центр Бишкек ставим. О, ничего себе, серьезно? Это еще и желтая дорога была. Крупная. О! Пожалуйста. Ну вот, вот где вот это вот. Вот где вот это. Это не Бишкек. Здесь все понятно, да? Бишкек и не Бишкек. На юге снежные горы, окей. Дорожка через ущелье какое-то. Давай поищем что-нибудь. Но вопрос только в том, какие дороги в ущелье были покрыты. Это большая дорога, очевидно. А где у них снежные горы? Где-то здесь? Где-то здесь? А здесь есть покрытие у них? Я не знаю. Ну, в смысле? Не, ну... Хорошо, давай я покажу. А если только зима, конечно, еще, как вариант. Все снежные. Мне кажется, вот эти похожи, прям вот эти вот, одна из них. Ну вот это и вот это. Прям вот очень похожи, мне кажется. Тут же речка и там есть, да? Видишь, здесь даже дорога не нарисована. Там, где север, подожди. Во! Ну, мне кажется, вот эта штука похожа, вот эта гора, ну, вот этот вот, кряж, я не знаю, как назвать. Ну, я не вижу. Вот этой, что ли, или что? Может, это вот эта вот, например, вот она отдельно стоит. Или вот это вот разделение пошло, и вот это она вот эта вот. Вот эта штука. Блин, я вот это я не знаю сейчас. Вот это должно быть хорошо, и почему? Так нам же здесь обзор закрывают, нет? Ну вон там пик какой-то торчит, например. Мы слишком близко к этой горе, нам не видно просто. Ну и что? Так ты угол посмотри какой. Если бы мы здесь были, точно было бы видно, а мы где-то вот. Там это, да, дорога вот до сюда доходит, куда они ездили. На самом деле. Во. Тут просто ни хрена не видно. Если-то она, конечно.
Я сюда хочу. О. Ну, они чуть переехали, кстати, реку, ну ладно. Ну, очень похоже было. Так, ну, думаю, это центральная площадь, да? Это Ленин? Че, реально Ленин? Ну, пошли искать центральную площадь. Чем мы это? Чем мы почти идеальную Киргизию сделаем? Почти. Так, где у вас тут это, центральные площади? Ош 3015, это что? Хочешь сказать, что это не это, не Бишкек, это Ош? А-а-а. Я даже не обратил внимания, реально. Ну, я думаю, что я бы не нашел здесь такой площади, пошел бы дальше думать. Реально, Ош? Я, кстати, не... Блин, где он? Я уже заблудился в Киргизии. Нет, тут же. Думаю, здесь еще проще найти будет. Ну, блин, ну... Серьезно, где у вас Ленин тут? Стадион. Какой нафиг стадион? Где у вас тут площади? Как у них площади нарисованы должны быть? Это что ли? Нет, это что это? Нет, это больница. Найдем. Рано или поздно. Так, как мы вообще? Большая дорога, широкая. Вот он тоже широкая. Идет на северо-запад чуть-чуть. Да блин, здесь до хрена таких. Они все идут на северо-запад. Мне кажется, они там еще идут. Признавайтесь. А, во. Хотя не знаю, здесь какая-то городская что-то. Ленина Веню. Логично, что Ленин должен стоять на Ленина Веню, не? Ну да. Так, подожди, что справа? Че такое? Ну, короче, зеленка там за ним, да, за спиной у него должна быть. А вот это что такое? Они Ленина не подписали, что ли? То есть мы здесь, что ли, на этом перекрестке? Или что? Или я что-то путаю? То есть вот этот подъезд они сделали, да? Управление чего? Ну, похоже, а чё нет? Ну, похоже. Ну, по идее, должно быть... Да. А, это вот... Это вот эти углубления они сделали, что ли? А, нет, я не пойму, что вот это вот такое. Ну, должно быть здесь. Да, хорошо. Так, отлично. А, не очень отлично. Такой себе. Гор на севере. Блин. Хочется увидеть. Лошадь, лошадь. Заснеженные горы, окей. Я не знаю, что. Кто знает, что это? Дорожка так себе, кстати, не очень большая. Хотя, может быть, какая-то деревня, горы поближе. Заснеженная. Хм. Так. Там тоже горы, блин, на северо-западе, да? Везде горы. Ну, там гор не вижу только пока что. Хм. Ну, вообще почему-то похоже на район, мне кажется, Исыкуля. То есть одни горы на севере вот эти,
Какие-то горы вот эти. А морем, в смысле, озера мы не видим из-за деревьев, например. Не уверен. У нас какая-то долина, прям, да. Не, ну в смысле, у нас и горы и там, и там. То есть, конечно, мы и через. Допустим, здесь вот озеро, нет? Прячется за вот это вот. Не может быть вот здесь озеро за деревьями? Мне кажется, вполне. Вот это вот что такое? Сквозь деревья проглядывает. Во. Чем не озеро? По-моему, озеро. Каракула-то кто? А, вот этот? Любопытно. Я нашел. Я нашел. Ну, вариант, что... Ну, во-первых, а куда здесь? Ты видел, что там на юге от дороги должна быть это? Вот это, что ли? Только вариант. С вот этой штукой. Ну, в смысле, какое-то поселение какое-то. Причем оно, ну, не такое уж маленькое. Оно оттуда начинается. И вот оно все идет. Поворот немножко на... Чуть-чуть на север сгибается, да? Не, здесь такого нет. Не-не-не-не-не. Есть только здесь вот что-то не прорисовано. Да и горы как-то, мне кажется, не так стоят. Не знаю, мне больше нравится вариант с этим, с Ицикулем. Здесь я не помню, покрытие было или нет. Мне ощущение, что там вода все-таки за деревьями прячется. Но здесь не видно ничего. А, на юго... Чего? На юго-востоке от Цицикуля. А, вот этот каракул. Я не... А, я другой нашел какой-то. Похожее название было. А, он как... Ну вот он, видишь, тоже каракол. Смотри. Он тоже каракол. Что ты меня это... Я не виноват, что они называются одинаково. По-английски пишут, смотри, каракол и там. Каракол? Каракол. Каракол, каракол. Блин, а здесь много каких-то поселений, прям много-много. Какая-то вот, например, такая дорога, что ли? А, рядом? Не знаю, мне кажется, что мы прям на юге от него. Причем там-то горы уже начинаются, смотри. На западе. Желтая, подожди. Горы прям на западе. А где здесь горы прям на западе? Вот эти? Здесь слишком близко эти горы. А на юге наоборот. Мне кажется, мы должны утыкаться как-то в горы почти. То есть, может быть, мы вот здесь, а вот эти горы вот мы видим, например. О. Вот эти вот. То есть мы где-то тут. Во. Мы, может быть, вот тут вот, например, смотри, вот здесь деревья сидят. Я не знаю, есть ли здесь дорожки. А, здесь вот дорожка, это, она немножко начинает загибаться на север два раза аж. Вариант. Вот не видно, в какую сторону поворачивает. Но вот ощущение, что какие-то съезды все-таки есть. Да, вот дорожка съезд, например, да? О, поворотик. Вон там еще поворот туда. Вот он прям на изгибе поворот, например. Вот этот. Он даже как раз вот чуть-чуть за, кстати. На карте. Вон здесь вот. Сначала изгиб, потом это налево идет дорога. Горы вон там, вдали, например. Я пока все поставлю. Ну вот всякие здесь горочки точно есть.
Это далеко не видно уже остальное, да? Ну, это непонятно, что там за вот развилки. Горы на севере замечательно. Ну, вон они, далеко, конечно, но их, по-моему, должно быть видно. Горы на юге поближе, вот они всякие. Вот деревня. Озеро приметное, но, блин. Мне кажется, вот здесь вот оно, вот это оно и есть, вода вот здесь вот сквозь деревья проглядывает. Вот это вот. Вот это вот. Мне кажется, вот эта вода, вот она чуть-чуть что-то голубенькое там проглядывает. Вот это вот, заливчик этот. Ну, слишком плоский район, поэтому как бы мы его... Плюс деревья. Мы его не видим. Мне кажется, это вода. Мне кажется, это очень похоже на правильное место. Не знаю, вообще подобное. Блин, а здесь дома никакие нарисованы. Мечеть, но я не думаю, что я увижу мечеть или школу, например. Минарета не видно. У них, по-моему, мечети маленькие на самом деле. Так, как мы едем, подожди. Вот непонятно. Запад. Не знаю, мне кажется, в чем-то очень похоже на это место. Может, конечно, не прав. Может, вот эта школа строго на юге. Ты здесь, что ли? Как-то не тянет. Ну, или еще другое что-нибудь. У меня ощущение, что мы все-таки тут. Ощущение, что тут. Тем более здесь поворот налево меня как будто соблазняет. Видишь, что за столб здесь стоит? Зачем он здесь? Там что? Там что, ручеечек, что ли, какой-то? Че? Ну, там вторая дорога. Ну. Может да, может нет, так непонятно. Что там дальше тоже не видно уже. Да, давай. Найс. Найс. 2 очка отняли за 45 метров. Жмоты. Бессердечные сволочи. Да. Ну это, слушай, это еще из-за масштаба бывает такое, что... Улица Шорина. Окей. Улица Шорина. Вся надежда, что это... Что это Бишкек? Кроме улицы здесь ничего нет. Блин, а Бишкек большой, я не найду улицу Шорина. Она, кстати, это с севера на юг идет. Правильно? Ну или с юга на север, ну как... Или нет, или Шорина вот это. Как этим Шорина, просто скажите мне тогда. Кто из них шел? Вот это? Или вот это? Так, там что-то длинное написано, подождите. А здесь коротенькое. А там что-то длинное написано. Шорина поперек, что ли? Так он еще меньше, чем это. Как вы хотите, нашел? Блин, такое. Такой себе. Непонятно. Так, а что по горам? Во. Какие-то горы на юге заснеженные стоят. Большие горы заснеженные. Но пока Бишкек подходит, ладно. Не вижу пока противоречий никаких. Так, что на севере? Гор не вижу. По крайней мере, отсюда.
На востоке тоже ни хрена не вижу. Только на юге горы вижу, кстати. Что на тебя дошло? Что до тебя дошло? Ну, Ош, кстати, в принципе, по горам подходит. Ну и Бишкек тоже, да? Почему? Почему это Бишкек? Блин, да здесь их навалом, я не найду никогда. Так, север там, да? Она направо уходит. Ощущение, что мы в южном районе должны быть тогда. Блин, дорога прям как-то четко идет с севера на юг. Привет, Джокс. Как? А, блин, она еще может... Она может быть такой маленькой, что ли? Да вряд ли, не. Да ну не. Да блин, ну камон, серьезно? Где ваша улица Шорина? Почему южный? Не знаю, потому что горы это... Я не вижу города между горами и мной, честно. Где? Я не вижу. Ну там какие-то машинки есть, но, блин. Я никаких зданий не вижу. Вот почему. Мне кажется, южный район должен быть. Правда, там я тоже ни хрена не вижу. А, отлично. Приятного аппетита. Приятного. Ну, расслабляйся, отдыхай. Нет, это может быть какой-то вот такой райончик, который... Как бы не вашим, не нашим. То есть, чуть-чуть в стороне от города. Поэтому там ничего не видно. Блин, я никого не найду. Мне кажется, это бесполезно. Мне кажется, я эту улицу Чар уже видел сегодня. Улан, Чар. Привет, Тесла. Спасибо. Ну, я, кстати, тоже решил, что она тупиковая. Ну, или там почти тупиковая. Где-то я похожие видел. Только что, да? Ну, вот такая вот закорючка. Ну, такая вот. Да, новому золото. Угу. Ну вот, типа вот такой вот штучки. Я не уверен, блин, что ее вообще можно найти хоть когда-нибудь. Ну, когда-нибудь, конечно, можно. Но на это нужно убить, не знаю, сколько часов. И чё ты не играешь дальше? А можно следующее включить? Или чего? А, ты, блин, до последней? Как ты успел до последней дойти? В центр города, думаешь? Ну, смотри. Вот. Ну, чуть-чуть я все-таки хочу. Чтобы это все задеть. Давай. Сколько отнимут? Сколько здесь километров? А, ну, в принципе, ладно. Ну, кстати, да. Ничего себе, она почти в центре. А, ну, она, кстати, не тупиковая. Она все-таки это... Ну, и она, кстати, это... Немножко это с продолжением даже в две стороны. То есть найти можно было, да. Ну ладно. Ну, счет хороший получился. Счет получился хороший. Та-дам.